Катаре возобновились верблюжьи бега. Соревнования, которые считаются одним из самых популярных в странах Персидского залива зрелищ, были прекращены в феврале в связи с эпидемией коронавируса. Участвующие в гонках одногорбые верблюды способны развивать скорость до 65 км в час. В таких странах, как Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Оман, Судан, это национальный вид спорта, не уступающий по вложениям футболу. Мы в странах Персидского залива унаследовали верблюжьи бега от отцов и дедов. Эта традиция сопровождает нас с самого детства. На этот раз мы запланировали 8 забегов и 3 фестиваля с вручением призов. Сегодня в верблюжьих гонках участвуют жокеи-роботы. До 2004 года в Катаре, Саудовской Аравии и Бахрейне в качестве наездников использовали детей, но от практики отказались под давлением правозащитных организаций. Верблюжьи бега – это настоящая страсть, хотя и дорогое удовольствие. Прекращение соревнований стоило нам недешево, но мы готовы на все, ведь от верблюдов исходит добро, они – благословение от Бога. Верблюжьи бега, или спорт шейхов, как их называют в арабских странах, возобновились в эту пятницу и в Объединенных Арабских Эмиратах.